Старшую дочь короля Эсватини Мсвати III зовут Сихониза Дламини. Принцесса пошла наперекор традициям своей страны. Она не соблюдает обет целомудрия, носит мини-юбки, употребляет спиртные напитки, развлекается на вечеринках и обожает читать рэп. 34-летняя принцесса не замужем, но у нее есть сын. Сихониза получила западное образование. Она училась в Америке и Великобритании, а степень магистра по цифровым коммуникациям получала в Австралии. Сейчас принцесса является министром информационных технологий и связи Эсватинии. Дочь императора Японии Нарухито, принцесса Айка, не взойдет на престол после отца, несмотря на то, что она единственный ребенок в семье, монархом в их стране может быть только мужчина. Однако 19-летняя принцесса по этому поводу особо не переживает. Она не из тех, кто любит находиться в центре внимания. Говорят, Айка страдает целым букетом расстройств, включая анорексию и невроз. Однако в последнее время принцесса выглядит значительно лучше. Айка хорошо учится, играет на скрипке и пианино, говорит на нескольких языках и увлекается написанием сценариев для пьес. Баджра Китиябха – старшая дочь правящего короля Таиланда Рамы X. Принцесса получила степень доктора юридических наук. Она является послом доброй воли в ООН и занимается защитой прав тайских женщин в местах заключения. Младшая дочь короля Сири Ванавари вообще далека от политики, ее интересует мода. Эта принцесса окончила факультет изобразительных искусств в Бангкоке, а потом стажировалась в модных домах Италии и Франции. Сейчас дочь короля развивает свой бренд одежды и поддерживает молодых тайских дизайнеров. Ее королевское высочество Ингрид Александра – старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона. Принцесса является второй в линии наследования престола Норвегии после своего отца. Когда Ингрид взойдет на престол, она станет второй королевой за всю историю этой страны. До нее единственной женщиной-монархом в Норвегии была Маргарита Датская. Эта королева фактически объединяла под своей властью всю Скандинавию. Однако это было в далеком 14 веке. И вот более 6 столетий спустя королевой Норвегии готовится стать Ингрид Александра. Принцессе всего 17 лет, но она уже принимает участие в многочисленных официальных мероприятиях и встречает высокопоставленных гостей. Ингрид Александра учится в международной частной школе и делает упор на изучение иностранных языков. В свободное время будущая королева увлекается серфингом, лыжами и кикбоксингом. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.